Не секрет, что есть еще такие случаи, когда работники трудятся без заключения трудового договора. Для работающего человека это очень невыгодно по целому ряду причин. В целях стимулирования работодателей и граждан к легализации отношений в сфере занятости проводится неделя правовой грамотности. Начальник отдела трудовых отношений, охраны труда и взаимодействия с работодателями Центра занятости населения Славянского района Роман Фидря дал интервью нашей программе о проблеме теневой занятости. Теневая занятость – это трудовые отношения без заключения трудового договора. Трудовой договор является основой отношений между работодателем и работником. Если его нет, то работающий человек многого лишен. С 26 июня по 2 июля в Славянском районе, как и во всем Краснодарском крае, проводится неделя правовой грамотности по вопросам трудовых отношений. Краснодарский край, территория Бестения. Если трудовой договор не заключен, или вместо трудового договора заключен договор гражданско-правового характера, фактически гражданин становится беззащитным и невозможно его защитить с точки зрения трудового законодательства. Граждане в данном случае лишаются больничных, отпусков, отпусков по беременности и родам, страховых выплат. Тем самым невозможно гражданину в настоящем получить возможного рода налоговые вычеты, кредиты в банке, а в будущем фактически гражданин лишает себя достойной пенсии. Поэтому на муниципальном уровне осуществляет свою работу межведомственная комиссия по вопросам легализации трудовых отношений. Возглавляет работу этой комиссии глава муниципального образования Роман Иванович Синяговский. На комиссии рассматриваются вопросы неофициальных трудовых отношений. Среди выпускников старших классов учебных заведений проводятся классные часы, на которых рассказывается, что такое трудовой договор, для чего он нужен, почему его необходимо заключать и чем рискует работник, когда этого трудового договора нету. Также стало хорошей традицией проводить такого рода мероприятия в учебных заведениях среднего, высшего образования, на которых также ребятам рассказывается, что работа без трудового договора лишает их тех благ, которые есть у обычных работников. Правильно составленный трудовой договор защищает интересы как работодателя, так и сотрудника, а также снижает риск возникновения спорных вопросов.